Хей, у гейса вами Шумики, мы продолжаем родить игру по названию Evolon 2. Фу, манать, у меня уже жопа болит уже 2 часа ночи, а я снимался со скольки? С 11, да? То есть 6 серий уже снято, это у нас идет 7. Ну что, полетели? Блин, мне очень игра нравится, поэтому я хочу дальше, посмотреть, что же тут. Ну, скоро уже все равно заканчиваем игру само по себе. Так, это у нас Демония. Это у нас с вами Демония. Так, это у нас разрушенное поселение. Я мог по ним походить, но некуда зайти. Руины Мача. Тут есть руины Мача. Руины. О! Привет, Тоторо. То есть я могу и отсюда, да, менять время? Интересненько. Или же тут тоже область закрытая? Нет. Ну, в принципе, ребят, мы с вами все исследовали. Того времени, да? 3D. Или мы не все исследовали? Давайте внимательно еще раз посмотрим. 3D, потом мы идем с вами в прошлое, а потом настоящее. Я не знаю, в какое лучшее время отправиться. Сейчас вот мы с вами в будущем. Я сейчас на самом деле вижу только перспективу. Знаете, он огромный. Я вижу только перспективу отправиться в настоящее. Давайте лучше в настоящее отправимся. Объясню. В прошлом мы еще не было войны. А в настоящем уже произошла война. То есть мы в настоящем просто исследуем то, что мы не исследовали до этого. Надеюсь, более-менее понятно объяснил. Сейчас, в принципе, посмотрим. Ах, ты нашел. Так, давайте следовать теперь так. Здесь у нас есть королевство. Здесь рыбка только становится большой, или она уже большая. А лес все еще такой. Выжженная пустошь. Туда не попасть. И тут, видите, туда тоже не попасть, но в этом промежутке времени мы уже были внутри. То есть туда уже смысла лететь нету. Остров, который все равно мне кажется, что-то есть, блин. Чего я не могу приземлиться? Жаль. Так, здесь есть тоже куда приземлиться. Но здесь снова тоже ничего нету. У нас остается только Демония. Шахты, кузнец. А мы в лесу не были в таком, да? Это катастрофа! На нашем острове произошло извержение вулкана. К счастью, Джатай впустил нас. Так. Запись идет. Нагрузка на ПК какой? Быстродействие. Ну, нормально. Мне главное, чтобы у меня память не закончилась, потому что у меня 100 гигабайт осталось. Она довольно очень быстро жрет, я вам скажу, ребята. Яр, если
мы не можем практиковаться в благородном искусстве пиратства, что с нами станет? Не знаю. Что с вами станет? Ну просто как-то у меня модельки подвисают. Сначала у меня были мурашки от мистера Джатая, но теперь я более расположен к нему. Он не такой он не такой суровый, как выглядит. Он еще в воде? А, нет, он уже здесь. Снова вы? Все эти появившиеся пираты утверждают, что их остров взорвался. Серьезно? И зачем я их только впустил? Ну это же хорошая Джатая. Ты сможешь завести новых друзей. Какого вам дела до этого? Мне не нужны друзья. Ха-ха-ха-ха. Ну, мы знаем, что он в любом случае передумает. Готовы к игре в карты? А, нет, я не хотел в карты. Я хотел посмотреть, что внутри он охраняет. Муж, мне нужно побить его в карты, что... Хотя... Эй, если ты дашь мне 50 г, я скажу тебе, где найти поблизости сокровища. Что скажешь? Как хочешь. А, я недавно узнал, когда классал этот предмет. Вот. Походу, синяя — это карта, ребят. А вот желтенькая — это сокровище. Сокровище у нас где-то здесь, я как понимаю. Вот оно. А нет. Ну, оно, короче, все сундуки показывает. Неудобно. В 9К ищет. Давай. Давай. Класс. Ладно, слушай. А чтобы найти сокровище, нужно кое-что толкнуть. Что именно? Откуда мне знать? Спасибо. Ту-ту-ту-ту. Опа-на, опа-на, опа-на. Мы все сумки с вами понаходим. Золотое яблоко. Странно, легкое на вес, но лучше его не кусать, если не хотите стать без зубов. Что он дает? Ладно, две штуки, золотое яблоко. Странно, легкое на вес, но без зубов, да? Значит, кому-то это нужно дать подсожрать. В году 950 нашел лорд, здесь мы, демоны, были побеждены. Император Лотрейк и его войсками. Историю всегда пишут победители. Так, там у нас ничего, здесь у нас... А. Опа, что-то есть. Бабушка? Фина? Ты ни капли не изменилась, моя дорогая. Но как? Это же первый раз. Мы уже встречались, когда ты пришла в Сельфийский лес. Как это было давно. Но я полагаю, что для тебя это было лишь вчера. Но я даже не помню. Мы говорили лишь маленькая. Маленькая? Тогда я была лишь юной сельфийкой среди многих остальных. Но видев вас, людей с безграничной надеждой... и кипящим энтузиазмом, и захотела исследовать мир сама. Поэтому я покинула лес навсегда. Даже если и узнаю... Так, даже и узнала, что мой выбор означает короткую жизнь. Так вот, как ты встретила Финрора. Ну да, мое путешествие началось со всех мест, о которых я лишь слышала. Мир был таким прекрасным и хрупким, и каждый день был похож на предыдущий. Я никогда не была столь свободна. В итоге я встретил твоего дедушку Финралда. По правде говоря, он был сильно шокирован, увидев сельфийку. Много лет спустя, собрав последние угасающие силы, он вспомнил свое обещание, немного безумной девушке, просившей встретить ее здесь. С тех пор я ждала тебя. О, бабушка, мне так жаль. Все это время ты была здесь, так близко. Я ни о чем не сожалею, Фина. Конечно, моя жизнь была короткой, но я использовал большой за несколько... Испытала больше, чем за несколько лет, чем за все время в вечности, в лесу. Мне лишь грустно покидать этот мир, не сумев обнять тебя, не увидев, как ты растешь и радуешься.
не сумеешь помочь тебе в странстве. О, бабушка. Но ты помогла мне. Каждый раз, когда я использовал свою силу, чтобы помочь Шимике, ты со мной. Спасибо. Спасибо, моя милая Фина. Спасибо тебе, внучка. Живи каждый день так, будто он последний. И цени каждый момент, потому что время пройдет. И оставляю ее. Тебя как прощальный подарок. Ее? Что именно? Что именно? Бабушка. Прощай. И что мы нашли? Мы получили слезу сельфийки. Смерть всегда вынуждает плакать. Ага. Вот теперь нам нужно как раз будет вернуться в то время, где у нас эльфийка еще находится. Она сейчас должна находиться там. Но сначала... Давайте сразу туда отправимся, я думаю. Типа я смысла не вижу. Ожидается. Да. Там должна быть эльфийка сейчас. Нас хранители обнаружил Мача. Они считали себя нашим создателем, но они... Так. А, она имеет в виду слезу? Это не то. А. Ну, тогда у меня остается одно. А тогда все-таки, да, нужно отдать две этих маны. Больше. Я могу дать шар ей. И это не то. Ладно, тогда только остаются только фрагменты маны, но их нужно очень много. Очень много. Безумно много. Так, а что я могу, получается, сейчас сделать? Поехали в Королевство Демонов, как я понял. После Королевства Демонов мы с вами сходим, изменим. Это получается прошлое, да? Зайдем в прошлое, полетаем и все это изучаем. Руины Демонии. Это Демония? Демония! Целиком и полностью уничтожена. Это невыносимо. Я не хочу это видеть. Эй. Я поговорю с ним. Наверное, лучше оставить их наедине. Они не будут злы на меня. Неужели нет надежды на лучший мир? Все удовольствие жизни исчезло навсегда. Час последнего заката. Я буду думать о тебе, Демония. Перед войной Демония была прекрасным городом, отличным местом для жизни. А теперь вот что от нее осталось. И все это из-за вас, люди. Но каждый смысл сражаться с вами. Вы выиграли, все кончено. Демоны живут намного дольше людей, но нас осталось слишком мало. Всего за сотню лет демоны вымрут. И именно этого вы, люди, хотели, верно? Так, подожди, сразу... Два человека-картежника, фу, люди, пришли поглумиться над последним свободным демоном? Или вы хотите захватить нас и сделать рабами в своей шахте? Да нет. Фигня в том, что это руины и... Все. Это чисто руины. Давай покинем это место. Менос. Так, и получается все. Все, что я хотел, я здесь изучил. Однозначно летим сюда.
отправляемся в прошлое. Это будет у нас будущее. А нам нужно прошлое. И останется только в прошлом все исследовать. Вот в прошлом мы ничего не исследовали. По идее. Пешочком мне придется идти. А там хотя бы этот королевство есть? Да, есть полное королевство. Это хорошо. Ну блин, видите, тут чисто горы, которые мне мешают. Но мы запомнили. Рыбка все лежит, но рыбка огромная. Эльфийский лес все еще тот же. Блин, вот сюда мне попасть как-то. Это начальный лес, да? И мне он нужен. Надеюсь, тут все хорошо. Даже как мне попасть на другую сторону? А, я ж в прошлое попал. Блять. Мне что, обратно возвращаться? Ах, черт. Мне нужно сейчас время поменять, чтобы зайти в лес. Поискал. Лаборатория. О, это ж еще лаборатория не обоснована, да, здесь, по идее, должна быть. По идее. Нет, тут все еще закрыто. А энергии у меня нету. Пойду ли там отсюда? Шахтам. А, здесь мы были, тут, да. Здесь мы были. Это во время призраков. Да, мы тут были тоже. Так, ладно, исследуем эту местность. Ледяные, да? Я только туда могу попасть через этот. Херово. Ладно. Подожди, это что? Wells was Prince Lamer? Да. Затерянный остров. Его что, не перевели? Вы серьезно? Церис. Они не перевели этот остров? Но если это место Церис, то скорее всего... Да фиг его. Но это место не переведено. Так, ну сюда никак. Здесь секретных боссов никаких нету тоже. У меня как вариант есть... Нам в демонию все равно нужно идти. Ну, пошли. А, высадка. А, тут целая локация. Что это все значит? Кажется, вы удивлены, полковник. Удивлен? Ну ладно, ты магус, это не удивительно. Но ты! Как ты мог? Честно, полковник?
хватит уже. Постарайтесь не пугать моих лейтенантов, они скоро пригодятся. Твоих лейтенантов? Они принадлежат империи. Времена меняются, полковник. Понимаете, я долго служил великому императору, но хватит. Теперь моя очередь вас соединить на троне. Я решил основать свою собственную империю прямо здесь. Ты безумец. У тебя лишь пара десяток лет. Через пару месяцев настоящий император будет здесь со своей армией, и у тебя не будет ни шанса. Не беспокойся за меня, полковник. К этому времени я завалю демонию и расправлюсь с последними демонами, и моя армия станет равной армии императора. Но как? Я не собираюсь рассказывать все свои секреты, полковник. А теперь, если вы извините меня, мне нужно завоевать континент. Предатель! Понятно. Думается, мне лучше отсюда еще уйти. Я должен остановить их. Дискриминатор, мы должны действовать быстро. А демония еще не пала, и мы еще не можем помочь народу. Я понял, до свидания. Сори, ребят, но вы поняли. Вы правильно все поняли. Мне нужно сейчас вернуться в настоящее, чтобы территория была не заморожена, чтобы я туда попал и сменил время. Или я только могу ее... в нее заходить с этим. Посмотрим. Да, только мне нужно в будущее. Блин, надо бегать туда-сюда и понимать, что ты теряешь кучу времени только чисто, чтобы изменить время. А вдруг там закрыто? Я помню, в каком-то времени там был закрыт проход. Что мне делать? Ну, к примеру, да, вот допустим. Здесь территория Вены. Сейчас она вот свободна. Мы заходим. Используем камень времени. Два раза. Ну да, вот. О чем я говорил? Просто проход завален. Что мне делать? А випинга. Побеждать, ну а смысл? Булыжник он ломает, а лед не может сломать. В этом времени, по идее, это настоящее, да? Тут тоже лед. А нет, тут льда нет, но... А нет, здесь все нормально, ладно. Чтоб быстрее просто все было. Викинги. Мы редко видим чужаков. Ты пришел через подводный туннель? Ты не очень похож на тролля. На эту территорию ледяная. Начну с домов. Я командую строительством туннеля. Нужно избегать возможного обрушения. Они могут стоить нам многих лет работы. Викинги. Мы, викинги, рождены для битв и завоеваний. Наши дети участвуют в самых... самой колыбели, чтобы стать великим воином. Лишь те, кто докажет свою храбрость великой черепахи, приобретет бесконечную жизнь. Ты не можешь стать воином викинга, пока не завершишь тренировки, а мы продаем оружие только истинным воинам. Нихера, вы поняли, тут оружие можно купить хорошее, как я понял.
Какие-то еретики как-то пытались заявить, что великая черепаха не несет мир на своей спине, а вместо живет на дне моря. На дне моря. С рыбами. Мы убили их. Бог допустил это, значит, мы допустили правильно. Чего? Подожди, давай сразу с этой еще стороны посмотрим. Да. Тут много всего. В незапамятные времена вся наша земля была под водой. Ну, бог Маджи создал лед под нашими ногами, и он создал великую черепаху, чтобы направлять нас. Сейвимся. Наш босс готовится к ежедневному тренировку. Ты можешь встретиться с ним в битве, когда победишь в достаточном количестве матчей. Подойди к стойке, чтобы записаться. Ежегодный турнир Великана Воина скоро начинается. Участвовать могут лишь те, кто завершил тренировку. В этом году победитель получит запоминающий древний артефакт. Мы нашли его, когда копали великий подводный туннель. Сам Балин, сын Фандиана, сын Мариана, сын Бариана, начал капать этот великий туннель. Он был прорицателем. Он знал, что великая черепаха посчитает величию честью для нас убить всех жителей континента. Без великого туннеля мы бы не смогли туда попасть. Ледяные горы непроходимы. Дискриминатор? Здесь? Какой тесный мир. После твоего эффектного победы из Колизея меня уволили. Должен признаться, что у меня была жуткая депрессия. Но я так должен поблагодарить тебя. Из-за тебя я наконец-то нашел смысл жизни. Я решил исследовать мир и приносить вести о моих путешествиях и в библиотеку Империи. Эта книга станет работой всей моей жизни. Великие путешествия, Ларго. Хорошо тебе, Ларго. Привет, ты пришел записаться на ежедневный турнир викингов? Да. А, прости, но регистрация только для тех, кто прошел тренировку. Я понял. Мы целое поколение тренировали тело и разум, и наш народ наконец готов. Мы уже завершили первый этап подготовки туннеля. Скоро мы доберемся до континента, где будем вторгаться, разорять и убивать сколько души угодно. Мой сын только что закончил тренировку. Он как раз вовремя избил этих пещерных троллей. Ему еще 6 черт побери. Ему придется тренироваться в дополнительное время, чтобы стать великим воином и получить бесконечную жизнь. Мы поклоняемся великой черепахе. Она обширна и несет весь мир на своей спине. У нее синий-серый панцирь и ярко-оранжевые глаза. Она может найти тебя где угодно. Ты хочешь пройти через туннель? Тебе нужно разрешение главного инженера. А в это время он должен быть дома. Это ты, да? Дома никого. Или мне нужно теперь в дома заходить искать его? Да, я хочу пройти через туннель. Обычно только викинги могут в него попасть, но если ты хочешь доказать свою доблесть великой черепахи, кто я, чтобы останавливать тебя? Я даю тебе разрешение, иди сражайся с троллями. Возможно, тебе даже удастся вовремя записаться на ежедневный турнир. Ну чё, ребят? Битва. За великий артефакт. Наверное, скорее всего, то, что нам нужно, это кусочек того, что нам нужно. Но это мы сделаем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.